По данным областного департамента труда и занятости населения, сейчас в банке вакансий больше 32 тысяч предложений. Самая большая потребность специалистов строительной отрасли – почти 9 тысяч вакансий. Порядка 4 тысяч в сферах соцобеспечения и госуправления. На третьем месте по потребности в кадрах здравоохранения. Если говорить о профессиях, то больше всего требуется водителей – почти 1700 человек. Также нужны сварщики и бетонщики. По заявленным вакансиям средней зарплаты выше 45 тысяч рублей предлагают врачам, анестезиологам, машинистам автогрейдера и электромонтажникам. Ниже 20 тысяч продавцам, контролерам и страховым агентам. Добавлю, в этом году из регионального бюджета на программы содействия занятости населения выделено 210 миллионов рублей.